Всех приветствую, дорогие зрители канала Герчик и Ко, с вами Виктория Осипчук. Тема данного видео будет про уровень первого часа. Вообще, что это такое, как его интерпретировать, как его торговать. В данном видео расскажу именно про это. Давайте начнем с определения, что такое уровень первого часа. Уровень первого часа – это уровень, в основном, да, не в основном, а в принципе взят с дневного графика, то есть с дневного таймфрейма. За уровень может выступать предыдущий бар, да, high или low предыдущего бара, либо high или low какого-то определенного движения, да, то есть излом какого-то движения. И если данный уровень на дневном таймфрейме, да, начинает отрабатывать на часовом таймфрейме, почему и называется уровень первого часа, на часовом таймфрейме в первый час, да, в первый час чего? Опять же, первый час открытия сессии на валютном рынке и открытие сессии, так называемое открытие фондового рынка. То есть, когда дневной уровень, да, high-low предыдущего бара на дневном таймфрейме, вы видите, что в первый час, то есть открывается Азия, да, азиатская сессия на валютном рынке, первый час азиатская сессия, либо в первый час европейская сессия, либо в первый час американской сессии, вы видите, что валютная пара какая-то, да, какой-то инструмент на Форексе начинает отрабатывать либо ложный пробой, либо пробой от того самого дневного графика на часовом таймфрейме. То есть, что это значит? Как его торговать? То есть, а вообще уровни первого часа, они в принципе могут торговаться как в чистом виде, так они, также эта схема, она работает как бы на подтверждение вашего сценария. Например, вы хотите сейчас, да, торговать ложный пробой, и как раз таки ваш уровень еще и совпадает с уровнем первого часа. То есть, ваш сценарий, допустим, тот ложный пробой, который вы себе определили, начинает отрабатывать именно в этот час, да, в час открытия сессии или в первый час открытия фондового рынка. То есть это вам придает силу вашему заходу, да, вашему сигналу. Так, давайте с пунктов, да, первое, уровень первого часа должен совпадать с дневным уровнем, да, это я сейчас сказала. Второе, уровень первого часа работает только на пробой и ложный пробой, в основном, да, отбои, они торгуются вне сессии, точнее, вне первого часа, то есть, ну, когда первый час проходит, и, например, в середине сессии, да, там, или под конец сессии, ну, в основном в середине, потому что отбои, они более спокойные, вообще заходы, и они не торгуются в первый час. Третье. Первый час определяется в открытии сессии на валютном рынке и на открытии фондового рынка, да, это то, что я сейчас сказала. Что такое первый час? Это когда открывается одна из сессий, да, на Форексе, неважно какая, и также когда открываются акции. Сейчас я это все покажу, да, я сейчас сказала теорию, я сейчас это покажу все на графике, как это все выглядит. Давайте просто элементарно, я взяла три примера, я взяла индекс, взяла валютную пару и взяла одну акцию. Вот, например, S&P 500, вот, например, вы увидите предыдущий крайний бар, да, на дневке, уровень 42.31, вот хай данного бара. Что от этого бара мы можем на уровне первого часа торговать? Либо пробой, да, либо ложный пробой. Вы переходите на часовик и смотрите, да. То есть вы смотрите, если вам нужен пробой данной отметки, да, вот у вас уровень с дневки, вам нужен, например, пробой. Что значит пробой? То есть уровень должен пробиться, да, должно произойти закрытие. И когда уровень пробивается и закрытие происходит в первый час сессии, да, допустим, вот сейчас, по моему времени, уже открытие идет Европы. Через час будет открытие, точнее, открытие Англии, да, вроде сначала идет открытие Англии, а потом идет открытие Европы. Вот, в первый час вы смотрите, если в первый час происходят какие-то движения, либо пробой, либо ЛП, да, что хорошо, например, что рисуется какая-то ложная формация, да, ложного пробоя, либо это ложный пробой двумя барами, либо это ложный пробой одним баром, либо это ложный пробой несколькими барами. Вы смотрите, что это все отторговывается от уровня дневного в первый час там, а европейской сессии, да, если нет, то вы смотрите, если мы тут продолжаем стоять, ничего не рисуем, например, да, просто какая-то проторговка, вы смотрите, как инструмент себя поведет на первом часе американском сессии, на открытии фондового рынка, да, если вы увидите, что у вас идет ложный пробой, например, да, что у вас идут шортовые бары вниз, да, то, скорее всего, вам нужно торговать ложный пробой на открытии сессии. Конечно же, опять же,
Это все должно не обязательно, да, скажем так, это не обязательно должно рисоваться, да, вам должны прям дать формацию ложного пробоя или пробоя на уровне первого часа. Уровень первого часа, он не всегда срабатывает. То есть вот этот уровень, он может, ложный пробой, например, он может вообще отработаться не обязательно в уровень первого часа, он может отработаться в середине какой-то сессии, да. В чем суть этого уровня? То есть если вы видите, что вам дают формацию в этот час, то вы должны ее отторговать, да, как бы... Здесь процент вероятности того, что данный ваш сценарий сработает, там 90%. Поэтому все, что касаемо, да, вот первого часа на часовике. Это вот мы сейчас взяли крайний бар, вот предыдущий. Например, вы взяли вот этот бар. Вот у вас закрылся бар, вы заходите на часовик, и вы смотрите, что здесь происходит. Вот вы смотрите. У вас гэп. Ну, гэп вам ничего не дает, вы не понимаете, что это пробой или ложный пробой. Вот вы просто вот топчетесь, инструмент просто топчется. Здесь явно было открытие какого-то... Первый час был и азиатская сессия, и европейская, и американская, но ничего не дают, да, про что я сейчас говорю, что бывает, что ничего, никакие формации не дают на графике ни в какой час, да, ни в Азию, ни в Европу, ни в Америку, просто инструмент стоит на месте, может быть и такое. И вы, например, видите, что на открытии фондового рынка, оп, бар закрывается, да, то есть как бы рисуют на самом деле все это движение, инструмент показывает, что это у нас как бы такой ложный пробой энным количеством баров. И вы... Да, касаемо дневки, касаемо дневного уровня, вы как бы открываете сделку на ложный пробой в открытие, в первый час открытия фондового рынка. Да, я сейчас говорю, допустим, все, и вы берете движение там в шорт, да, на ложный пробой. Так, теперь давайте валютная пара на примере. Вот сегодня, да, вот свежий бар, вот сегодняшний, предыдущий, вчерашний, да, вчерашний бар дневной, уровень 1.3436, вот лоу этого бара вы берете за основу, излом. Во-первых, почему вы его берете? Вот вы его взяли, да, и вы смотрите, в принципе, на истории, если он вообще, да, желательно, конечно же, смотреть на истории, чтобы он повторялся, чтобы этот уровень все-таки имел какую-то историческую силу. Вот у вас излом, вот излом еще, да, касание есть, практически копейка в копейку, вот еще касание, да, не с небольшим лютом, то есть с небольшим лютом, значит, уровень все-таки имеет место быть. Вы заходите на часовик и смотрите, так, что мы можем здесь торговать. Если, вот, например, сегодня, да, это Европа, сейчас открылась 4 часа назад, даже 5 часов назад было открытие Азии. Возможно, здесь вот можно было брать движение на пробой. Опять же, вот такое небольшое движение с выхода из проторговки, да, на часовике, вы могли бы отторговать какой-то такой локальный пробой на открытие Азии, уровень дневной и на пробой брать, да, движение, например, я говорю. Поэтому данное движение, в принципе, вам дали, сколько здесь инструмент прошел, но это прям очень мало, конечно, тут 20 пунктов, те же 20 пунктов, если вы торгуете прям внутри дня, локально, там, берете небольшие движения, почему бы и нет. Вот именно уровень первого часа, он так и работает. Вы смотрите, да, наблюдаете, открытие Европы, что происходит здесь? Ничего, да, открытие Европы у нас канадец никак себя ведет. Посмотрите, как ведет себя канадец на открытии Америки в первый час. Возможно, может, мы вернемся опять в эту зону, и инструмент вообще покажет ложный пробой, или наоборот же, на открытие американской сессии падение у нас еще больше усилится, да, или на открытии фондового рынка. Теперь Apple акцию, например. Вот у вас, вы берете крайний бар, вот, например, да, вот вчера, например, мы рассматривали бы, анализировали рынок, да, 178.97, крайний вот этот вот хай этого бара дневной, да, дневного бара, хай дневного бара, предыдущего вы смотрите, так, вот у нас касание, смотрим, да, нам нужен либо пробой, либо ложный пробой. Если вот эта комбинация, да, вот этот бар и этот происходит в первый час открытия фондового рынка, вы понимаете, что это ложный пробой, да, вот у вас бар подтвердил, двойной ложный пробой, вы что здесь делаете? Вы, в принципе, можете взять движение на ложный пробой, опять же, если вам это движение нарисовали в первый час фондового рынка, потому что, возможно, там первый час вы будете тут топтаться, и эту формацию вам дадут на, там, на четвертый час фондового рынка, там, практически под конец, ну, это уже не особо неправильно, да, то есть это уже не подходит к вашему сценарию, не подходит к тому самому уровню первого часа, если вы хотите его торговать, поэтому давайте еще раз посмотрим дневку, что у нас еще. Вот, например, да, вот у вас излом, вы взяли вот этот уровень, да, или этот, неважно, у вас уровни на самом деле должны, конечно же, совпадать, даже если вы взяли вот этот бар, но я бы его не брала, его здесь пилят, да, если я взяла, например, вот этот бар, допустим, за уровень, я смотрю на истории, подтверждается ли он, да, вообще. Как он да, вот здесь подтверждение все-таки ЛП, вот у нас касание на истории, он подтверждается, вот, и могу ли я вообще его торговать, и мы смотрим.
Вот у нас уровень, давайте посмотрим по дате, когда это было. 18 мая. Так, на часовик заходим. Так, на часовике. Так, смотрим, да, гэп опять же. Что нам дает гэп? Ничего, и ждем подтверждения, да, подтверждение чего? Вот у нас как бы еще и поджатие рисую, да, как бы показывая то, что пробой вряд ли состоится. Вот у нас закрытие, закрылся бар. То есть это мы можем расценивать как сложное ЛП n количеством баров. И если вот именно этот бар, который подтверждает ЛП, да, если это ЛП, а не пробой, происходит на, именно в открытии, в первый час фондового рынка, да, на открытии первого часа фондового рынка, то мы можем расценивать этот как, во-первых, ЛП, да, от уровня излома, и ЛП от уровня излома в первый час открытия фондового рынка. Тогда мы можем зайти, да, и этот сигнал он будет более сильный, да, опять же. Ну, опять же, это я сейчас, у нас сегодня тема все-таки, да, про уровень первого часа, конкретно про этот уровень. Вы, в принципе, можете торговать просто уровень, как вы и торгуете, но если у вас просто сценарий ваш, и ваш заход совпадает с тем, что вы заходите в первый час, это просто больше, как бы более усиливает ваш сигнал и усиливает вероятность вашей сделки, да, вероятность вашего направления. Так, в принципе, все, что я хотела сказать в этом видео. Если видео понравилось, видео было полезно, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчику, кто еще не подписан, чтобы не пропускать следующие полезные видео. Всем успешного обучения, успешной торговли, всем пока!